Центр избирком аккредитовал сегодня еще почти 200 наблюдателей для работы в день голосования в Молдове и за рубежом. Параллельно отпечатанные для второго тура бюллетени начали распределять по окружным избирательным советам, откуда их доставят на участки. По данным ЦИК, ко второму туру президентских выборов напечатали более 3 миллионов 600 тысяч бюллетеней, 2 миллиона 934 тысячи 17 для избирательных участков внутри страны и 671,5 тысячу для голосования за рубежом. Их под конвоем сотрудников МВД и службы информации и безопасности развозят в избирательные советы, откуда позже распределят по участкам. Сегодня же Центр избирком аккредитовал еще 185 наблюдателей, из которых 162 национальных и 23 международных. На открытых за границей участках был аккредитован 41 наблюдатель от неправительственных организаций и конкурентов на выборах. Полномочия 2197 наблюдателей, допущенных к мониторингу хода голосования в первом туре, сохраняются и для второго. В ЦИК подчеркивают, наблюдатели не входят в состав избирательных органов, их работа оплачивается субъектами, запросившими их аккредитацию. Наблюдатели могут присутствовать на всех избирательных участках, заседаниях избирательных органов, в том числе в день выборов. Они не имеют права вмешиваться в избирательный процесс или другие вопросы, связанные с выборами, но могут информировать председателя избирательного органа о выявленных нарушениях. У них есть доступ к информации, касающейся выборов, к спискам избирателей, протоколам, составляемым избирательными органами, а фото- и видеосъемку они могут производить с уведомлением председателя избирательного органа при условии, что тайна голосования не нарушается.